А скажите, а у вас какая фамилия? Фамилия? Да. А почему нам? Ну, просто вот интересно. Тишкуйте. 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 Уйте. Ага. Не замужем, значит? Нет. Смотрите, какая интересная штука с литовским языком. Осторожно. Если бы наш оператор жил в Литве, то его фамилия бы звучала как Шарипова, а фамилия его жены Шариповиене. Теперь давайте представим, что у них родилась дочь, и тогда ее фамилия будет звучать как Шариповайте. Понимаете, да? То есть, если девушка замужем, то в конце ее фамилии приставка Иене. Если она свободна, то Айте. Сейчас проверим. Арбакайте! Дапкунайте! Вы где? Как звучит у вас фамилия? Не скажу. Ну, пожалуйста, ну нам так надо услышать. Нет, смотри, сколько на улице прохожих. Действительно, спасибо. Пожалуйста. У меня да. Литовская. Но какая фамилия? Литовская. Отлично. А какая фамилия у вас? Жените. Жените. Да. Жените. Жените. А у вас? Петрускейте. Петрускейте. То есть вы... А у вас? То есть вы... У меня Фаршатов. О, Фаршатов. Серьезно. А получается, если у вас Эйта у всех заканчивается, вы не замужем. Айта, то вы, значит, вы не замужем. Да. Хорошо. Вы же узнали кое-что у нас? Да, мы кое-что теперь знаем про вас. Мы вернемся скоро. Спасибо. До свидания. Эгминайте. Ганусаускене. Это ваша? Да, литовская фамилия. Ганусаускене. Ганусаускене. У вас какая фамилия? Паксина. А вы не литовка? Русская. Русская? Русская, вам повезло. А если вы выйдете за литовца, то у вас как фамилия изменится? Ну, я возьму его фамилию. Так. То есть у меня вообще изменится. Да, а если захотите оставить девичью фамилию свою, то она как будет звучать? Так же. Разве что я захочу ее облитовить, так. Я буду Паксинене. Паксинене. Нене. Дрегвайте. Дрегвайте. Есть! Просто мы говорим о том, что если вы замужем, а вы наверняка замужем, если у вас есть дети, значит, у вас фамилия заканчивается на Айте. А, так у меня... Подождите, стойте, я напутал. У вас Иене должно быть. Во, видите, как вы хорошо поняли. Иене. А я сейчас буду в Айте. Я уже была Иене, а сейчас буду Айте. Почему? Потому что развелась с мужем. Я хочу взять свою фамилию. Красивая. Все понятно. Вот потому я опять стала Айте. Ясно. Спасибо. Барнускайте. Барнускайте. Шемелоне. Шемелонене. Шемелоненене. Шемелонене. Морщеви чуте. Чуте. А вы не замужем? Я замужем. Нет, скажите, пожалуйста, но какая у вас фамилия, девушка? Я, может, хочу познакомиться, может, принять гражданство Литвы, остаться здесь, жениться.